районный прокурор. При галстуке с портфелем. Ну и что ты приперся? Играть в Вальхейм. Большие города. Ну и что ты приперся? Играть в Вальхейм? Играть в Вальхейм? Ну тебя тут, знаете ли, никто не ждал. Но ведь всем нужно давать второй шанс. Да, но не тебе. Ты вспомни вообще, как ты из него ушел. Как ты с людьми обошелся. Ну, бля, я просто не понимаю. Ты реально считаешь, что тебе просто это все сойдет с... Ну что ж, салют всем, вы на канале Ядрёный, и это видео по Вальхейм VR. Залетели с пацанами в кооператив, немного поиграли, а что у нас из этого получилось, вы увидите далее. Только не забудьте перед этим подписаться на канал и поставить на видео лайк. Давай пожмем руки в честь открытия Севера. Здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте. Как говорится, с мудаками двумя руками. Я подметаю. Заснимите меня. Вот куда он? Ты побежал? Снимайте. А, где? Алле. Алле. Вот он! Вот он! Браво! Поприветствуем! Что с Максом? Ой-ой-ой-ой! Боже! Как вы это делаете? Я возвышаюсь над вами, суки! Как ты так делаешь? Всем пока! О, ни хрена, глянь, вон там гора здоровая, вот там 100% будет матерью, глянь. Да не, это чё, а, вон дальняя которая? Вон, ну вон я куда показываю, смотри. А, да, да, да. Вон да, туда, рванем туда. Вот у меня окно Discord выбрано, все всегда работало. Ну просто не пишется звук. Ебанутый, блядь. Что, ты понял, что я сделал, да? Ты просто жестикулируешь, блядь. А ты... Иди ко мне, моя сладость. Иди ко мне, моя баунти, блин. Что происходит? Я чувствую себя таким гномом, блядь. Вас всегда видно. В смысле? Ты потому что от первого лица, типа, да? Ну да. Брат, не комплексуй за рост. Все приходит. Рост не приходит. Отрицательный рост, это он тоже рост. Он рыжий, фу, он рыжий. То, что еще маленький, можно смириться, а то, что ты рыжий, блядь. Делай. Знаешь, как эту грушу бьют боксеры. Давайте вместе садимся и жарим шашлыки. Сейчас я на шампуре буду его жарить, на шампуре. А, не, Макс, ты стой, ты шаришь. Макс! Сейчас горит! Ну, нубик, ну, нубик, ну, что и все с него взять? Да что за хуя? Да как я собираюсь? Человек-факел. Смотри, во-первых, ты занимаешь более-менее уверенную стойку, да? Потом берешь, у тебя где колчан находится, блядь? За спиной, оп! У-у-у. И берешь вот так. Макс, ты можешь копье поднять как-нибудь, за кончик его поднять вверх можешь? Максимально вверх копье подними. А, ну давай. Что? Блядь. Еще выше, давай. Тяни ручку, Макс. А зачем за жопу-то держишься? Зачем ты за жопу держишься второй рукой, блядь? Зачем ты за жопу держишься? Это видео пойдет, Макс, это видео просто пойдет. Взял вот так вот пальчик к себе, оп, и стоит. Я пауэрбанк в кармане держал, чтобы он не выпал. Макс, ай-яй-яй. Ой-ой-ой, шалунишка, блядь. Понюхай теперь пальчик. Завораживает. Итак, секундочку, надо поправить галстук. В общем, рады приветствовать всех на открытии данного турала, материала, в общем, вот этого вот памятника культуры. Сейчас мы повесим туда победную статуэтку, в общем, голову короля быка. Вешайте, будьте добры, Максим. У меня нет головы.
Шлюпки дырявые, весла гнутые, нам похуй, мы ебанутые. Я предлагаю вам выгодное предложение. Мы строим... Блять, тумбочка. Сам ты нахуй тумбочка, блять. Я 170 сантиметров, блять. Что такое? Ваши первые впечатления по поводу VR? В общем, загибая пальцы, первый палец. Как-то, блядь, неорганизовано все. Все какие-то слюнтяи долго собирались, сейчас потратили времени, я устал, уже хочу писить. Второй палец загибаем, да, вот второй, значит. В целом, атмосферка, знаете, такая... Ну, какая атмосферка, а? Верни камеру обратно, Максим. Блять, вы не представляете, как это со стороны выглядит. Пиздец, как будто чё, просто взял камеру, спиздил, блять. И увозят меня, блять, куда? Пока! Давай! Сейчас умрёте, Макс. Удачи! Удачи, давай, чипалак тебе на. Ну я подводу себя. Чтобы кинуть, зажми боковую кнопку на правом и R2. Ну, который верхний курок. Верхний курок и боковой. Не кнопка, а именно курок. Да-да, и теперь замахнись, кинь и отпусти верхнюю кнопку. Блядь. Вот он, тренер. Не понимать. Ну вот. Боковая кнопка. Да-да. Я Одина убью. Ебать. Снайпнул. Ну куда вылетел? Вон она летит. Еще раз! Давай, дайте мне еще копье! На мое! Смотри, вот туда сейчас скину, нахуй! Птицу, папа, погляди! Ебать! Запуск, нахуй, Starlink! Давай! Ебать! Она просто растворилась, нахуй! А почему она улетает так далеко? Просто повела шкафу, знаешь? ПВО! ПВО, блять! Что, пойдем? Глянь, тут черепушка лежит, глянь! Ты видишь? Видишь это? Да. Знаешь, черепушка? Я бы вот этот каменный меч забрал. О, нихрена. Давай, спиздим. Давай, забирай. Таши! Только достойный достанет его. Давай! У тебя пальцы скользкие, протри, дурак, об штанины. Не получается, да? Не достается. Сейчас нужно немножечко покочегарить. Учу, смотрите, друзья, вот. Обучаю вас, как закидывать железо. Берешь вот так, прям руку сюда. Хуяк. Вот сюда, поувереннее, из кармана достал. Блять. У меня живот, железо, металлолом. Ну, а что он не засовывается? А, вот, теперь засовывается. Вот так вот. Вот так. Сюда. Туда, блять. Тут, в общем, это пизду, блять. Да не дам руле. Просто Стивен Хокинг. Я ее не отдам штурвал. Посмотрите, учила просто. Минус голова. Я не отдам штурвал. В инвалидной коляске сидит дома. Ничего вы. Ну, что-то похожее в этом есть. Реально какой-то Стивен Хокинг. Ребята, я падаю. Я уже скинул туда. Я вот стою тут. Хатыщ. Нифига себе. Лайк. Подписка. Я как Тони Старк выковываю свой первый, блядь, железный доспех. Марк первый. Нормально? Ну нормально, но только как будто ты ничего не делаешь все же. Просто молотком ебашишь. Жестко плюс мощно. Так, чайник вскипел, подходите с кружками, давайте. Пока горячий, пока... Вот, давай, иди, все. Подходи, сейчас я тебя плесну. О, сюда, кипяточку. Глянь, пар, ебать, кумарит. Жесть. Все, иди, давай, следующий. Вот сюда. Ох, красота. Что ты там делаешь? Ничего, спать спал. Ложись. Блядь, нет, ребят, может просто не спать, пожалуйста. Сам точно то же самое сделал, нахуй. Ложитесь спать. Последний шанс посмотреть на меня.
Алло! Я хуею! Что блядь, за... наркоманы, блядь, я без бодрости даже. Короче, как вы могли понять, на этом наше прохождение закончилось. На самом деле, там еще много материала было, но я решил оставить вот прям самые забавные моменты, на мой взгляд. Если тебе это видео понравилось, не забывай ставить на него лайк и подписываться на канал. А еще вступай в мою телегу и дискорд, ссылка на них есть в описании. И, кстати, я уже открыл там набор на прохождение игры без смертей с призовым фондом в 10 тысяч рублей. Если заинтересовало, переходи и оставляй заявку на участие. А на этом у меня все, но я по традиции с вами не прощаюсь, ибо увидимся в следующем видео. Поэтому желаю всем удачи!